Основываясь на праве на самоопределение и учитывая волеизъявление народа, 29 мая 1992 года Верховный Совет Республики Южная Осетия торжественно провозгласил создание самостоятельного государства. В 31-ю годовщину Дня независимости республики президент Южной Осетии Алан Гаглоев выступил с посланием к народу и парламенту. Ежегодное обращение главы государства – всегда ожидаемое событие, в частности, ждали его на кафедре политологии и социологии ЮОГУ. Особенно примечателен тот факт, что в текущем году это произошло в столь знаменательный день. В первую очередь участники круглого стола не преминули отметить высокую оценку главой государства деятельности Юго-Осетинского государственного университета. Я отмечу, что самое такое запомнившееся для меня, как для сотрудника Юго-Осетинского госуниверситета, это та часть, где президент отметил, что благодаря руководству вуза и лично Вадиму Бутазовичу, значит, развитие нашего вуза, оно идет полным ходом, заключается огромное количество договоров внешних, внутренних и так далее. То есть развивается не просто образовательный процесс, но развивается и внешнеобразовательный процесс, то есть направляется на разные форумы, на разные повышения квалификации не только студенты, но и преподаватели. И тем самым повышается, значит, уровень образования нашей республики. Ну, как говорится, совершенства нет предела. Спасибо большое нашему президенту. Хочется сразу отметить символичность, так как послание было приурочено важнейшей дате становления государственности, дню принятия акта о провозглашении независимости Республики Южная Осетия. В своем послании глава государства отметил ряд важных для Южной Осетии аспектов. Это внешнюю и внутреннюю политику. Особо следует отметить стремление вывести экономику Республики Южная Осетия на самодостаточный уровень, так как это является важнейшим аспектом становления государственности Южной Осетии. Ускорение социально-экономического развития имеет важнейшее значение для Южной Осетии. Было также подчеркнуто необходимость создания условий для привлечения инвестиций в республику, была подчеркнута необходимость развития сельского хозяйства, увеличение количества рабочих мест. Было подчеркнуто, как мой коллега уже отметил, то, что Юго-Осетинский государственный университет работает на качественном уровне. Снижение порога многодетности с тем, чтобы многодетной признавалась семья не с четырьмя, а с тремя детьми и могла рассчитывать на все предусмотренные государством льготы, было отмечено в послании президента страны. Этот вопрос участниками круглого стола был отмечен как положительный момент в поддержке семьи и детства. Особое внимание президент уделил в своем послании также и социальной сфере. Это и снижение порога многодетности, да, теперь у нас многодетными, по идее, должны считаться семьи, где есть трое и более детей, а не четверо, как было раньше. И, на мой взгляд, это вполне логично, так как в современном мире не каждая семья имеет возможность обеспечить четыре и более ребенка всем необходимым. Это же не только экономический фактор, это еще и вопросы воспитания и образования. Поэтому, мне кажется, это вполне логичная мера. Далее это выделение земли под строительство молодым семьям, что тоже является очень важным, на мой взгляд, а также различные меры поддержки семьям с детьми и создание детского фонда для оплаты лечения больным детям, что тоже не может не отзываться в сердцах каждого гражданина. Я считаю, что если все эти меры поддержки будут реально воплощены в жизнь, то социальная сфера значительно улучшит качество жизни большого количества наших граждан. Внешнеполитический блок послания президента также был отмечен в положительном русле. В частности, вопрос о расширении контактов с осетинскими диаспорами по всему миру был воспринят с энтузиазмом. Отток молодежи из республики и последствия войны негативно сказываются на демографической ситуации в республике, и пути решения данного архиважного вопроса также были отмечены из послания президента участниками мероприятия. У нас низкая рождаемость,
И, соответственно, молодые, это еще зависит от того, что большой отток людей, населения Южной Осетии, в Северную Осетию и в Российскую Федерацию. Это касается в первую очередь молодых людей. Молодые люди уезжают за работой, за деньгами и так далее. Подводя итоги круглого стола по следам послания президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева, участники мероприятия отметили, что были подняты все актуальные вопросы, требующие решения, и выразили уверенность, что положительные итоги не заставят себя ждать. В послании президента, по моему мнению, отмечена стратегическая линия развития нашего общества. С 2008 года прошло 15 лет, и государственность Южной Осетии должна была развиваться. К настоящему моменту достигнута качественная определенность в этом плане, и в послании отмечен ряд ключевых моментов. Он, конечно, касается и социальной сферы, и внешнеполитических связей, но ключевые моменты следующие. Это отношения с Грузией, далее предоставление определенных полномочий парламенту, возможное направление, поскольку в обществе сформировался запрос на парламентскую форму правления, его можно рассматривать как и требование, нуждающиеся в рассмотрении со стороны соответствующих органов. И далее еще отмечена роль национальной идеологии, устранена нехватка, которая ощущается сегодня. И Ирон Ахдау – это, конечно, система поведения, но в связи с недовольством многих людей, нравами, царящими в обществе, не соответствующими этому понятию, оно может на определенном этапе развития общественного может выступить и как национальная идеология, и сыграть свою позитивную роль в воспитании молодежи и не только, но и в установлении позитивной атмосферы во всем обществе. В Юго-Остинском государственном университете совместно с представительством Россотрудничества в Южной Осетии, Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы, Русским центром фонда «Русский мир Югу» состоялась научно-практическая конференция, посвященная Году русского языка в СНГ, Году педагога и наставника в России и 1160-летию создания кириллицы. Также состоялась презентация очередного номера журнала «Русское слово в Южной Осетии», выпущенного к 10-летию со дня выпуска первого номера. С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор ЮГУ Вадим Тедеев. Всем спасибо. Я думаю, что мы на правильном пути и сделаем все возможное, чтобы и дальше популяризировать великий русский язык, русское слово, русскую литературу и русскую культуру. О важности и необходимости научно-практических конференций по обозначенным важным вопросам рассказала модератор мероприятия, проректор ЮГУ, президент Апряла Заира Тедеева. Сегодня мы чествуем несколько дат. Первая очень важная дата – это 1160 лет возникновения славянской азбуки. И мы отдаем дань памяти создателей славянского письма, братьев из греческого города Салоники, сотворивших подвиг на века Кириллу и Мефодию. Для славян азбука кириллица стала ключом к новой книжной культуре. И на многие годы вперед стала духовной скрепой пространства русского мира. Она – духовная основа создания межкультурного диалога русского и осетинского народа. Ведь на основе кириллицы построен алфавит осетинского языка. Сегодня кириллица – официальный алфавит осетин. С высоты своего возраста славянская азбука стала молитвой чудной и обращается к нам, людям 21-го столетия, призывая нас к межнациональному согласию и взаимопониманию. Еще раз вслушаемся в эту молитву. Я, вселенская речь, знаю суть слова, говорю людям твердо, добро мыслить призыв. Есть наша значимость, очень дух гармоничен, земля, она душа и покоя предел, слияние – прекрасная цель. Праздники славянской письменности и культуры зародились в Юго-Остинском государственном университете много лет назад, еще в 1996 году, и они стали доброй традицией университета –
Наша Национальная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, созданная в 2011 году, подхватила и продолжила эту замечательную традицию. Чрезвычайный и полномочный посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов подчеркнул важность проведения таких конференций и мероприятий в ЮОГУ. Я хочу вас всех поблагодарить за ту большую благодарную работу, которую вы проводите, отдаете в сердце, в душу. Большое вам спасибо. Без вашего благодарения, конечно, не возможно. Глава Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Скворцов выразил благодарность руководству вуза, организаторам мероприятия за высокий уровень проведения мероприятий. Спасибо большое за то внимание и уважение к славянской письменности, к славянской культуре. Тут вообще отдельный, значит, наверное, разговор, потому что я думаю, что слово «славянская культура», выражение «славянская культура», оно даже неприемлемо для Южной Осетии, потому что здесь это свое родное, органичное. Да. И вот на протяжении 5 лет я вижу, как и маленькие дети участвуют, да, и как взрослые. Вот мне даже иногда бывает поразительно, что взрослые люди, они вот принимают участие в всевозможных конкурсах таких, хотя, казалось бы, там надо дома что-то делать, еще что-то, там какие-то дела, вот. А взрослые люди участвуют вот в этих конкурсах, да, активно участвуют. Поэтому спасибо большое всей Южной Осетии и, в частности, всем присутствующим здесь за такую любовь, такое уважение, такое понимание славянской письменности и культуры. На обсуждение участников научно-практической конференции были вынесены доклады по активным процессам в современном русском языке, культуре речи как факторе социального поведения, билингвизм, языковое поведение в двуязычном мире, роли и месте перевода на уроках русского языка в национальной школе, современному публицистическому языку в аспекте культуры речи, из наблюдений над языком российской и югостинской периодической печати и возникновению книжной культуры на Руси. Доклады вызвали живую дискуссию и обсуждение и были рекомендованы к изданию. В ходе конференции были награждены победители диктанта Победы и диктанта Года русского языка в СНГ. В Южной Осетии русский язык – мощный фактор формирования личности, становления мировоззрения личности и выработки стереотипа общественного поведения и речевого поведения. Культура речи – это умение пользоваться всеми возможностями того языка, на котором говорит и пишет человек. И таких возможностей у русского национального языка немало. Эти возможности используют лишь при условии хорошего знания языковых законов и организации как устной, так и письменной речи. В нашей республике билингвизм – это естественное явление, продиктованное многовековой историей. И хочу сказать, что билингвизм делится по разным параметрам на типы. И один из параметров – это момент добавления второго языка. По нему билингвы могут быть естественными или искусственными. Естественный билингв – это человек, который развился на одном языке, и в какой-то момент в его жизни появился второй язык. Он приобретенный, в отличие от естественного. Меня, например, удивили данные о том, что ребенок, в принципе, билингв, он может изучить оба языка к 5-летнему возрасту. Вот без формального изучения, безусловно. С 5-летнего возраста до 11 лет он развивает этот язык. А вот после 11 лет, даже если он попадает в языковую среду, он уже не может практически не может изучить в идеале второй язык. Это удивительное явление. И считается, что до 8 лет только идет формирование вот этого билингвизма или полилингвизма. Но в любом случае это ранний возраст. Есть такое понятие, как эритажный билингвизм. Речь идет о ситуации, когда структура доминирующего в социуме языка, который может с хронологической точки зрения быть вторым по отношению к индивидууму, влияет на структуру первого родного языка. То есть когда родной язык развивается не в языковой обычной среде, а по альтернативной траектории. У нас в республике уже работает билингвальная программа «Малусак» в детских садах. Если вначале она была достаточно сложной, то сегодня мы получаем очень хорошие результаты и по русскому языку, и по остинскому языку. И количество призеров Олимпиады по русскому языку, республиканской Олимпиады. Если в 2017-2018 году победителей было 7,
то 22-23 год их уже 20. Если по остинскому языку в 17-18 их было 17, то в 22-23 их было уже 29. То есть это тоже показатели того, что мы на правильном пути, нам на самом деле нужно находить вот эти, этот союз двух языков, и мы его нашли, в принципе. И в школах очень много часов по национальному компоненту, при этом мы все предметы изучаем на русском языке. Хочу начать с того, что ничего в истории и современной методике преподавания русского языка как второго, обратите внимание, второго, не вызывает столько споров, столько противоречивых оценок и противоречивых мнений, как вопрос о необходимости и возможности использования перевода в обучении билингвов русскому языку. Оценки колеблются от самых положительных до категорически отрицательных. Сложилось это мнение в 70-х годах. Вы все помните, что у нас иностранные языки учились как? Вот мы, нас научили читать и переводить. Вот в это время сложилось отрицательное отношение к переводу. Мое мнение такое, и я соглашаюсь, это не мое мнение, а с ведущими специалистами России, допустим, Костомаров, Глухов, учителя знают эти фамилии, Митрофанова Ольга Дмитриевна, Анатолий Николаевич Щукин, которые поддерживают перевод. И наоборот, как сказала Наталья Константиновна, что они, да, они плохо общаются, два полушария, но они, когда достигают наивысшего вот, расцвета, так сказать, языка, они работают в одном направлении. Средства массовой информации, по классическому счету получившие название «Четвертой власти», превратились в мощную силу, регулирующую шкалу нравственных приоритетов общества. И, как правильно отмечают некоторые исследователи, функции масс-медиа в современном обществе, ядро этой силы – это речевая информация, медиатекст, который не просто сообщает о явлениях, судьбах, процессах, но и оказывает влияние на формирование ценностных установок в обществе. Как известно, публицистический стиль является разновидностью литературного языка, и он обслуживает сферу общественных отношений. Через него осуществляется не только информирование, передача общественно значимой информации с одновременным воздействием на читателя, зрителя и слушателя, но и распространение норм русского литературного языка среди широких слоев населения. Особенно злободневной является проблема проникновения в русский язык иноязычных слов. С 90-х годов 20 века одни иноязычные слова сменяют другие. Одни из них быстро выходят из употребления, появляются другие. Такое бесконтрольное проникновение в язык самоязычных элементов, на наш взгляд, является еще одной формой проявления глобализации теперь уже в языке. Я, конечно, не имею в виду те моменты, когда действительно за новым иноязычным словом следует новое явление, которое нам действительно нужно, как, например, компьютерная лексика, новшества в этой в информационной сфере. Подытоживая, я хочу сказать, что характерной чертой современной российской периодической печати является наличие в медиатексте большого числа просторечных и сленговых слов и бесконтрольное использование иноязычной лексики. Для югостинской русскоязычной периодики характерным является вступление от различных норм литературного языка. Если учиться, то только у лучших, у профессионалов своего дела. Студенты Юго-Осетинского государственного университета актерского факультета встретились с актером театра и кино Игорем Петренко. Талантливый артист приехал в Южную Осетию для презентации художественной кинокартины «Нюрнберг», в которой он исполнил одну из ролей. Игорь Петренко приехал в республику в сопровождении спутницы жизни, актрисы Кристины Бродской. Плотный график накладывает свои рамки и вносит коррективы, однако встреча с ректором Вадимом Тадеевым – неизменная традиция. Кто, как не он, лучше всего расскажет о важных событиях жизни и истории университета. Честно говоря, мы все являемся любителями вашего творчества. Вы видели фильмы с участием вашим. Мама моя также просила передать вам самые наилучшие слова признательности. И я думаю, что ваш приезд в Южную Осетию – это событие. И для меня честь, что вы выбрали наш университет как один из организаций, которые вы сочли нужным посетить. У нас прекрасные студенты. Есть у нас специальность актерское мастерство. Справа от меня Тамерлан Ефимович Зуцев, художественный руководитель нашего государственного драматического театра.
Он сам является еще и режиссером, постановщиком, очень такой вот медийный человек. Работает с нашими студентами, и у них есть успехи, причем такие вот успехи достаточно серьезные. Мы всегда рады гостям, и я думаю, что ваш приход в наш университет не последний. Всегда будем вам рады. И если можно будет, чтобы в тех проектах, где вы участвуете, где у вас есть возможность эти проекты обозначать, а потом уже притворять в жизнь, чтобы тема Южной Осетии звучала как можно чаще. Спасибо. Да, спасибо большое. Мне, конечно, столько сейчас тем было поднято, таких важных, и столько информации, я даже не знаю, на какую сразу первая откликается душа, и что хочется ответить. Но в первую очередь, конечно, передайте привет маме, потому что для меня какое-то тепло и какие-то добрые слова от старшего поколения для меня особенно ценны, из-за того, что они выросли на артистах, на личностях военного времени, поколения, золотого поколения. Не только артистов, а вообще, в принципе, это уникальное поколение, мне кажется, за вот последние 100 лет, 100-200, там, я не знаю, лет. На их долю выпало очень много испытаний, и при этом они и выдержали, и потом еще на этой энергии они еще им стали осваивать, поднимать, взращивать, растить. Это была светлейшая, мне кажется, пора послевоенные годы. Вот. Война, она все время, она все равно, как вот сегодняшняя ситуация показывает, что она несет много бед и страданий, но одновременно это новые возможности, это очищение происходит. И эта энергия, она обязательно дает какому-то росту. Потом начинается, как правило, вы сами знаете, великая стройка. Конечно же, вам хочется сказать, вы так безапелляционно и уверенно в правильном направлении ведете корабль. Честь вам и хвала, вдохновение вам, потому что все то, что вы перечислили, конечно, это большой труд, это нужен сильный энтузиазм, это должна быть команда единомышленников обязательно прекрасная. Вот я вижу, что, в общем, есть понимание, единое ощущение, есть энергия и сила. Поэтому, конечно, процветание. Я очень надеюсь, что это уже мой второй приезд. И здесь я же приехал, получается, у меня не такая сильная нагрузка в той картине. Там обычно артисты ездят представлять картины, сыгравшие главные роли в основном, куда-то отправляются. А у меня здесь небольшой эпизод в самом начале. Но для меня это тоже было ответственно поучаствовать в такой теме. Она непростая, она очень важная, нужная на сегодняшний день. Но и я вспоминаю, конечно, тепло, которое я еще потом долго раздавал, делился с людьми, от которых я здесь был вдохновлен. Я одарен, что, конечно, я с радостью, что выпала вот эта возможность. Понятно, что много сейчас, и слава Богу, каких-то и поездок, передвижений. Но есть два дня. Надо эту возможность использовать, конечно. И повезло нам опять из погоды, с солнцем встретили. Эти места замечательно. Спасибо. Так что да, спасибо большое. Я с радостью, к сожалению, время у нас на как бы такие знакомства не так много. Да, и жизнь диктует свои какие-то позволения. Спасибо большое. Да. Важно вот то, что вы приехали, и вы сегодня людям, именно вы, вот с вашей жизненной позиции, вы представите этот фильм. В прошлом году мы праздновали юбилей нашего университета. Нам исполнилось 90 лет. И Национальный банк нашей республики приурочил именно к этому юбилею выпуск серебряной монеты. С изображением нашего университета, это вам в подарок, вам лично. Я бы хотел, чтобы эта монета серебряная была напоминанием вам о том, что вы посетили наш университет. Спасибо большое. Спасибо за все. В конференц-зале уже ждут студенты. По велению души или по воле случая эти ребята выбрали актерскую стезю. Чтобы не терять мотивацию на непростом пути творчества, важно всегда вдохновляться примером состоявшегося и преуспевшего в своем деле профессионала. Вопросов много. Я скажу, студенчество для меня явилось, наверное, главным апгрейдом, назовем так, современным языком, сленгом,
изменением сознания. Вот самое главное, что я получил, наверное, в своем вузе. Я закончил высшее театральное училище имени Щепкина. К сожалению, почему-то прервалась связь, я не знаю по каким причинам, разные бывают моменты, но в этом институте также была осетинская студия, я помню, легендарные студии, они всегда были яркими, всегда были интересными. Еще много-много лет, пока поколение там еще помню, передает в общих историях, обязательно вспоминают осетинскую студию. Вот. И я туда, когда пришел, я не хотел становиться артистом. Ну, так сложилась моя судьба. Она сложилась, юношество сложилось, с одной стороны, трагически, а с другой стороны, драматично. И есть там и трагическая страница. Ну, вот. И дальше я пришел, когда в институт зашел, увидел, у меня так произвело впечатление портрет Щепкина, под которым написано было «Священное действие». Или убирайся. Это было очень необычно в сегодняшней моей действительности тогда. И я посмотрел на ребят, на мальчишек, на девчонок. Все такие по-внутренне очень красивые. Я смотрю, весна, абитуриенты, кто-то фехтует, а Щепка – это закрытый дворик еще. Туда попадаешь, не просто в здание ты зашел, а ты проходишь его насквозь, оно как бы по кругу, все там аудитории, а в центре дворик, и вот кто-то разучивает какие-то танцы, кто-то разучивает стихи, репетирует отрывки, весна, хорошая погода, настроение, кто-то фехтует. Я попал в какое-то совершенно иное царство по сравнению с той реальностью жизни, из которой я только что вот стал выглядывать вот в это пространство. И поступил. И дальше смотрел, впитывал, просто впитывал, многого чего не понимал. Конечно, большая школа, она потом по жизни у тебя начинается. Все самое, все основные, как бы, главные знания, которые ты в результате потом либо подтверждаешь, либо потом с ними споришь, либо находишь свою какую-то там систему координат, она потом проходит дальше, когда ты начинаешь встречаться с людьми, с профессионалами. Мне повезло, что у меня такие партнеры, такие режиссеры появились на моем пути, которые стали фундаментом моего сегодняшнего, скажем так, понимания. Поэтому университет, он не заканчивается, он начинается, а потом дальше он идет, бесконечно. И вот первые курсы этого большого университета жизни, это, конечно, просто изменение сознания. Педагоги какие, которые вообще там взрослое поколение, которое взрослое, к сожалению, которое уходит, это хранители такой ценнейшей информации. Вот они уйдут, и мир сегодня уже совершенно другой. И надо их беречь, стариков наших, и питаться от них вот той какой-то мыслью, какой-то идеей, какой-то какими-то душевными надеждами, с которыми они молодость свою привели, на этой энергии они подняли там и бам, там осваивали целину, поднимали, не думали ни о каких сложностях и так далее. Люди другие были. Разные моменты вспоминаются, но это прекрасная, конечно, пора, чей очарование. И здесь, безусловно, дальше начнется жизнь, она по-своему интересна, у нее свои интересные приключения, испытания, и пути, дороги, но вы все равно будете все время, у вас как вот азбука такая, фундаментом, вот этой нитью, которую ты получаешь именно вот на этом пути, нить Арианды, светлый путь, вот маяк, она тебе все время потом будет помогать и возвращать какой-то вот. Как распределяются обязанности в семье актеров, какую специфику творческие будни накладывают на отношения пары, рассказала актриса Кристина Бродская. Я сама из актерской семьи. Мои родители – актеры драматического театра, мои бабушка и дедушка – актеры театра музыкомедии и музыкального театра. Всех раскидала по разным городам, и я, в общем,
до 12 лет была единственным ребенком в семье и выросла в стенах театра. И я всю свою сознательную жизнь, имея, естественно, мечту быть актрисой лет до 12 точно и где-то после 17, а так получилось, я видела отношения двух творческих людей. Моя мама была ведущей актрисой Омского академического театра драмы. На данный момент они переехали в Петербург и служат там, в театре. И папа, который, в общем, тоже... То есть они играли, чтобы вы понимали, 28 спектаклей в месяц. Так как я жила в театре, я приходила туда делать уроки, я бегала после спектакля по всем декорациям, проигрывая что-то со всеми театральными детьми и ребятами. Я выросла в этой обстановке и в этой атмосфере, и... Безусловно, у меня нет такого большого внутреннего конфликта и не было изначально от того, что я, там, выбрав себе спутника жизни, выбираю человека, мало того, что публичного, еще и актера, да, потому что у нас много разных по этому поводу среди коллег возникает перипетий. У меня был немножко другой опыт, который я видела. Конечно, у меня не было никакого ни страха по этому поводу. Это мне очень помогает в общении, опять же, с Игорем, потому что, когда он приходит и делится какими-то историями, я с удовольствием это обсуждаю. Я не представляю, как могут общаться люди разных профессий и разного отношения к этому. А так у нас все, в общем, как в современной, правильной семье. Женщина занимается детьми, домом и бытом, мужчина занимается работой, добытчик. Да. Кристина умничка, она так занимается детьми, она так, и мы девчонки, я вижу, они все время чем-то заняты. Они все время, у них свое расписание, распорядок и так далее, и так далее. Поэтому, но все меня ждут. Самое главное, я чувствую себя виноградом, когда вдруг я возвращаюсь домой, они все залазят. И, конечно, дарят мне просто прекрасные моменты счастья. Я понимаю, что Господь Бог, опять же таки, вот такой мне подарок, тяжелую такую артиллерию в этом смысле для какого-то все-таки понимания. Игорь Петренко знаменит не только яркими ролями в кино и театре, но и своей активной гражданской позицией. На годовщину Великой Победы он призвал россиян участвовать в акции «Бессмертный полк» на автомобиле, также выступал с обращениями в поддержку бойцов СВО. Почему для него важна эта тема и о том, что для него патриотизм, актер ответил Йогу ТВ. Конечно, для меня это очень важно. Знаете, мне кажется, вот я продукт Советского Союза в хорошем смысле этого слова. Потому что я, когда стал происходить развал страны, я еще был в том возрасте, когда я верил взрослым. И я активно участвовал и во всяких зарницах, и во всяких, мы понимали, что такое вот эта вот ромашка, где многонациональное наше прекрасное братское государство, и были всякие какие-то состязания, встречи и прочее. Наша школа носила имени героев-панфиловцев, мы связывались, разыскивали там родственников и так далее. У нас какая-то бабушка была, которой мы ответственно школой помогали, как... связь поколений и прочее, прочее. Потом бах, это все сломалось. А тем более я все-таки вырос в семье военного человека, который сразу ко всем праздникам, которые отмечались. Это история моя, это моя связь с этой землей, с предками с нашими, а самое главное, с какой душой, наверное, нашей. Такой многогранный, у нас же менталитет необычный какой. Почему мы, мне кажется, все очень необычные вообще на планете Земля? У нас мы соединяем менталитеты севера, юга, запада и крайнего востока. То есть получается, у нас за всю историю, вот, пока наше пространство формировалось, где-то и конфликты были, где-то и... Но потом в процессе все равно... складывалось какое-то общее слияние, стал происходить чудесный сплав. И какое-то, я не знаю, я это все так люблю.
кинотеатр «Чермен Схинвала» посмотреть картину пришли члены правительства во главе с Константином Джусоевым, посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов, ректор ЙОГУ Вадим Тедеев, представители общественности. Игорь Петренко поприветствовал уже родную Южную Осетию, ведь это не первый его визит в республику. В 2018 году актер приезжал в Цхинвал с презентацией фильма «Решение о ликвидации», где снялся вместе с народным артистом Южной Осетии Дмитрием Парастаевым, сопровождавшим гостя на все встречи. Отдельно актер поблагодарил за присутствие молодежь, ведь несмотря на хорошую погоду, они оказались в зале кинотеатра, приобщаясь к миру прекрасного и своей истории. Вызывали, товарищ майор? У тебя брат есть? Действительно, память о Второй мировой войне не ограничивается 9 мая. Кинокартина «Нюрнберг» о беспрецедентном судебном процессе, самом громком процессе в 20 веке.